снова записывать, там речь толкнула, блин. Но у меня не пошла программа. Я снова стала записывать. Начал писать, писать. Посмотрите, да, какие. Вот здесь как террасы, да, балконы такие, да? Кстати, просто слои стен. Кстати, это вообще невероятно. И тут что, они не нужны тут для такого? Тут три дома, блин, находятся. Я просто стала вам говорить, что мы поехали, что я вам сейчас сделаю видео стен, поставлю музыку и буду молчать, и показывать буду в основном только стены, которые везде здесь. Ну и Pont Saint-Martin покажу, потому что новые Pont Saint-Martin не видели. У меня видео полно по Pont Saint-Martin, он очень красивый. Pont Saint-Martin и Костелло у меня там посмотрено и все. Дорога, стена, да? По какой стене мы едем? Там деревья тоже. Я еще буду поднимать, где под деревьями. Домики гробницы тоже буду показывать, которые одни из других выходят в Милане. И вот здесь мы тоже видим, наверху тоже будет то же самое, та же самая структура этих так называемых домов. Музыку хотела поставить, называется. Давай. Посмотрите, сколько его сыпи. Вы же смотрите сами. Нет времени. Увеличивать. А что такое-то? Типа нету линии, блин.
еще не было линии. Хотя у меня даже наверху, на горе было. Записывать. Так как у него нет линии сюда, я говорю, давай с моего будем записывать. Я, в смысле, с моего буду я делать музыку, а на другой телефон записывать буду. Ну, Даша как делает сверху. Мои окна. Это ничего не видно. Кстати, девочки, вот, которые меня смотрят постоянно, здесь мы первый раз поднимались. Так что вам тоже полезно посмотреть. Тут труба такая неинтересная, не буду даже ей заниматься. Ну как, она интересная, но... Камни, видите, там тоже разрыли, и там камни под землей. Стена. Стены везде. Какая прелесть. Конец-то прелесть. Стены. Тут разъеновка наша. Не готовые блоки.
дома стены. Стены из дома. Зимой. Ну, девочки, которые, я говорю, тот, кто девочки, мальчики, кто меня смотрел, они знают, но уже как бы не узнать, потому что это лето. А. Qui. Ma queste ponte, poi c'era... Ah, ok. No, ti ricordi cosa che ti intendo? Non è Ponte Romano. Guarda che bello, da visto? A dove c'era Orido anche? Era un pochino là. Tipo strega qualcosa. Ah? Ah, strega. Он говорит, не ведьма, а ведьма. Ну, стрега это ведьма, да? Феи наоборот. Здесь, девочки, уж помните вы, да, тут арки. У меня есть видео с зимы. Можете посмотреть, поискать, блин. Надо поставить. Эти видео я не ставила в плейлист. Мы с ним тут ходили, типа, около Нового года. Поискать, оно плохо видно. Сейчас будет вон Сан-Мартен. С трубами с нашими. Тут на камнях мы с ним. Помни, а деревали были сосоны грозы. Смотрите, да, такие? Тоже есть у меня видео этих огромных камней. Вот, смотрите, дом с пристройкой. С наростом. О, ворота такие чугунные, видели? А, вот здесь все. Лилианес. Стены вообще. А, вот здесь мы лазали с ним по камням, да-да-да. Си-си-си. Да-да, си-си. Мне приходится держать. Дево сенерить телефон, ухожи прокисывай в ночи.
Сити возьмем, да? Хорошо. Одна красная выходит из серой. Все дома, да? Все дома. Разве это можно домами назвать, да? Скоба пошла. Одна скоба все стягивает. Смотрите, крыша кривая, да? Дом вообще, посмотрите, какой кривой. Наконец-таки я могу после гор снимать. Модель только финальменте прима вольта пост резко допо фатика паре видео. Не все это сразу случится. Сколько стен. И стены и по обочинам идут вот эти так называемые дома, да? В которых мы живем, люди. Это музыка? Да, так, просто паркай, Деса парки панду. Так, давайте, ладно, я сейчас это выключу, поставить эту, которая мне нравится. Сейчас будем под Сан-Мартен проезжать. Группа Перлос вот будет. Труба наша будет, посмотрите, чугунные огромные стены.
инструменты, когда говорила ребрендеры, преза. Видите, это тоже мое здание, которое я еще так и не изучила. Вот это вот. Централь электрика это. Гидроэлектростанция, блин. Вообще из камней, вообще точно. Это сейчас стена, посмотрите, подойдет. Просто в скалу. Или из скалы, или в скалу, да? Покажу вам странное здание, посмотрите. Линии, да, какие? Кривые вообще. Ну, здание, посмотрите. Просто что это? Дома такие. Ну ладно, все, я пока заканчиваю снимать, потому что это мы еще дома все эти снимем потом и стены. Еще сколько раз мы будем в горах? А, вот хочу вам снять вот этот вот. Нормальный. Смотрите, вот это, да? О, мама ми. Это не моя музыка, это его музыка. Смотрите, как вообще и стена, и скалы просто, и этот дом, да, видите? Пока-пока.